Итак, всем привет, с вами Кейн, вот наш Хаммер. На нем я ехать пока никуда не буду, поскольку он мало прокачанный, я лучше возьму наш вездеход, который уже довольно-таки хорошо себя показал. Вот, кстати, колеса на нем стоят самые последние, с цепями. Лебедку я поставлю удлиненную. Так, ну и все остальное у нас прокачано. С этого я поснимал, в принципе, все, что можно было в основном поснимать. То есть... Да, двигло, то есть все поснимал, в принципе. Стоит стандартное, более-менее, но... Тачанка стоковая, скажем так, Chevrolet этот. Поэтому проходимость у него, ну, такая себе. У Хаммера, конечно, выше, но его нужно прокачать. Поэтому пока что мы поедем на... нашем скауте 800. Так, ночью я не хочу ехать ночью, утро вот. Здесь я планирую, короче, на Аляске. Исследовать вышки. Пока что первостепенная моя задача это как можно больше следовать. Затем я... да, и, кстати, и находить улучшение. Желательно, чтобы это было улучшение для Хаммера, конечно же. Понаходить улучшение. Затем я вернусь в Мичиган, буду просто проходить кампанию. Задачи и всему тому подобное. Поскольку там практически все исследовано. Поручение... выполнены, в принципе, тоже почти все там, но только для некоторых там нужны какие-то особые там то ли техники, то ли еще что-то. Я их не делал. Так, передача. Вот так вот. А сейчас мы пока что исследуем Аляску. Чуть-чуть. На Хаммере я пытался проехать там. В общем, я застрял и... В общем... Решил поставить старый добрый скаут. И на нем уже проехать. Тем более, что он у нас прокачанный. Там, по-моему, по максимуму. Двигло по максимуму, лебедка хорошая. А, и багажник точно, багажник полностью. Тут 140 литров топлива. То есть бак на 72, в багажнике еще больше половины. 140. Поэтому пока что на скауте исследуем чуть-чуть, потом уже пересядем на Хаммер. Ну, в принципе, Хаммер я покажу, наверное, в следующем выпуске, только уже это будет, наверное, не на Аляске, а в Мичигане, наверное. Подожди, куда я еду вообще? Я хоть правильно. Правильно, просто тут такие что-то дебри, болото. Аж стрёмно как-то. Не, в принципе, на снежной коробке этой, на повышенной передаче. Вернее, на пониженной передаче с плюсиком едет, в принципе, довольно-таки хорошо. А здесь поставим просто пониженную. Потихонечку, чтобы не загрузнуть, выедем. В принципе, я надеюсь, что я найду еще улучшение. Возможно, это будет улучшение и для Хаммера, кстати. Я надеюсь, конечно. То вообще будет шикарно просто. Но затем буду просто прокачивать уровень. Поскольку уровень пока еще низенький там.
50-й или какой-то там, в общем, хреновенький пока еще. Вот, кстати, удлиненная лебедка мне очень сильно пригодилась. Очень крутая. Если вы будете играть, исследуйте, ну, у вас будет доступная лебедка, советую вам ее купить и поставить на ту машину, на которой вы чаще всего ездите. Ну, я пока что езжу чаще всего на этой, затем, ну, соответственно, поставлю на Хаммер. Очень крутая штука. Мне понравилась. Что-то я заехал в какие-то непонятные, какие-то тут и дороги уже не видно. И опять такие же застряли. Оп. Лебедочка удлиненная. Всегда приходит мне на помощь. Да, конечно, мне очень интересно попробовать на Хаммере прокачать его, то есть поставить ему колеса с цепями, попробовать проехать вот по таким вот местам опасным. Там развилка у нас. А, вот, мы уже доехали, ёлы-палы. Значит, налево. О, да, вот, отлично. Отлично. Yeah.
карта открыта. Так, и еще кое-что. Ага, о, улучшение, отлично. Еще улучшение. О, большая. А, брошенные припасы. Ага, контейнер. Ну, это краном надо доставать, я так понимаю. Так, ладно, это пока не очень... Лесопилка. Угу. О, и вышка. Западные горы. Поручение. Западные горы, вот. Ага. Самое такое, что хотел сказать... Вот на вот этой дороге, но... В общем, вот здесь, именно, да, вот, вот по-моему, вот в этом месте лежит улучшение. Я поначалу подумал, что до него вообще никак не добраться, но нет, а скаут, то есть мой прокачанный скаут, вот этот вот с колесами, в принципе, с легкостью туда заехал и забрал это улучшение. Но дело в том, что после исследования вышки, вот тут где-то она была, где она? Оу, подожди, где вышка-то? Вот, вот тут вышка была. В общем, после исследования этой вышки, все равно, в общем... Ну, короче, на карте он не отобразился, это улучшение. То, когда я проезжал по этой дороге, заметил это улучшение. Я его заметил, но на карте оно, в общем, не отобразилось. Я не знаю почему, но я его уже, в общем, подобрал. Это так, на будущее, вдруг кому... У кого-то тоже будет такая же проблема, который тоже столкнется и не сможет просто-напросто... ну, чтобы знал просто... Ёлы-палы. Знал просто о том, что там есть улучшение. Так, я планирую подобрать улучшение. Блин, я хотел исследовать. Ну, в общем, ладно. В общем-то, да, ладно. Ну, в принципе, подберем улучшение. Лишним не будет. Камера, что с тобой? Ух, тихо, ты чё? Не переворачивайся, и так сюда еле доехали. Короче, скорее всего, надо будет вездеход или не, мы пройдем. Ну что ты делаешь? Ну почему тебя так заносит-то? Ёлы-палы, а? Давай, жми. Красно. О, грязь. Так, надо, наверное, переключить передачу на пониженную. Тихо, шноркель, нет. Блин, я думал, он проедет здесь. Ну ладно, попробую так.
Скорее всего, я тут перевернусь. О, не, не перевернулся. О, 16-цилиндровый. А доступен для автомобилей. Катерпиллер. Ох ты, ёб твою мать. Круто. Катерпиллер. Так, ну-ка назад. О, слишком. Да, я так и знал. Ну, что ж, на этом тогда мы закончим. Я в следующей серии доеду потом уже по более другому маршруту, короче, исследую вот эту вышку. А, улучшение еще бы забрать. Два. Ну, ладно. Эвакуируемся в этот гараж и продолжим в следующей серии.